говорить будешь? Чем служишь? Барон говорит! Братва! Мне сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на паровозе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться себе дороже. Кости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться, что это за черти и чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальным пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Скоро все это может понадобиться. Всем отбой, барон сказал. Раз, два, три, четыре, пять. Выпал сон наш погулять. Аня, это Аврора. Аня, ответь. Прием. Привет, Артём. Солнышко-то как припекает сегодня, а? Хорошо, ну как, хорошо. Патрончики Почему опробовал? На связь не выходит? Должны работать отлично, все-таки нефть вокруг. А, священному пламени подходил. Наверняка понравится. Зачем подходил сначала? Так хватит. В контакт не вступать. Действовать максимально осторожно. Повторяю, задача просто наблюдение. Ясно? Доклад каждые полчаса. Конец связи. Алёша, ты как, не жарко? Может, поляжешь на пару минут? No, sir! I am on duty today! Вау! Ха-ха! Зря английский бурил, мэн. Кроме меня, не на ком практиковаться. Зубрил, Сэм. Ну и почему не на ком? На кочевниках местных отработаю. Или еще лучше, на кочевницах? Они, может, туристов любят? Ха, точно перегрелся. Это я-то? Ха! Я тут ночью по-малому встал, пошел мимо купе старика, а он там бубнит, бубнит. 3 часа ночи, а он сам с собой разговаривает. Так что я, считай, прохладен, как весенний бриз. А что говорит? Что? Что он старый болван, и что поперся к черту на кулички, и что надо было просто надавать Аньке по рогам еще в Москве, и вон Артему заодно, и сидели бы все спокойненько в метро. Зачем в метро сидеть, когда мир вон какой целый? Мы еще и до Америки моей теперь доедем, maybe. Как насчет пич эту идею полковнику, раз войны нет? Ну, тебе, Сэм, в Америке есть чего делать. А старик наш, он только в метро полковник на самом деле. Там он командиром ордена был, уважаемым человеком. А в Америке кем ему командовать? Это да. Но ты упади все же где-то на 20. Я волнуюсь. Ну, разберемся тут и прилягу. Хорошо.
Ты кто, Мирза? Не знал тебя совсем. Ты нас проверял еще, да? От барон пришел, слышка, да? Прости, Мирза. Я глупый, лохматый раб. Ничего не знал. Хозяин наверху там, да? Хозяин все знал, да? О, полон туда, священное пламя. Ты велик. Ты управлял вселенной. Ты дал всем жизнь. Ты сделал хозяин велик, почти как ты. Дай хозяин сила, чтобы защитить твой раб. Дай твой раб сила, чтобы хорошо работать. Дай нам всем свое тепло, чтобы остался жив, холодный дождь. Халау, куда мы? Черт, это ты или чё? Да не, Толян просто до кондиции дошел. Он как переберет, надо вернуться всем. На той неделе он загасил локатом одного наглухо, а протрезвел и не помнит с какого. А чё? Козырно мы тут все устроили. Можно же вот так работать. Жалко, что съезжать скоро. Лохматы уже дно резать начали. За ними...
Ты кто такой? Что здесь делать? Кто разрешал? Хозяин тебя не ждать. Иди отсюда.
объяснить. Такую возможность упускать нельзя. Мы этому поможем. Но аккуратно. Выполняйте. Конец связи. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Вы, мля, бараны, драны! А тут Мару поймать не можете! А ту, мля, целой бригадой! Она там уже дюжину пацанов завалила, значит! Ну так если будете и дальше с раками думать, она всех положит и на вышку заявится! Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать, они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров сожгите. Но если без нее вернетесь, я из вас хит-пап скидываю, поняли? Дебилы, бля. Всем отбой, барон сказал. Задрано уже шарить по углам. Да и подорваться туда. Ну и вообще, все сработало уже, походу. Thank you.
Ясно! Всех не перестреляешь, падла! Хоть один, но до тебя доберется! Чуем Сталина! Шевелись! Вперед! Поджимай ее! Вот шалава! Пацанов горят, варит! А лошады пили! Сама такая же! Вот и не валит! Ну, держись, шкура! Прикройте меня! Сейчас выкурю ее из норы! Давай, давай! Сюда иди! Да! Еще! Лови подарок! Твою мать! Ты ответишь за все! Это порвет, сука! Почему он не здесь? Наверное, барон слишком умный, чтобы сюда приходить. Не надо! Ха! Вот помощь мне пришел! Сейчас вас на вас совсем быстро убивать будем! Где же барон? Почему не пришел еще? Получай, шайтан! Чай пить будем! Все тихо, да? Никто нет уже? Сюда иди, да? Мэнсини Элтеремин! Он враг! Ты его убивал! Ты друг, думаю! Дверь Бекину! Ты стой, я лифт опущу! Сизгей, Шишенин, Амин, Сигей.